Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и еще раз здравствуйте, уже не первый раз сегодня, наверное, третий, а может для кого-то это будет завтра, для нас точно, когда выйдет это видео. Всех с наступающим Рождеством, Рождеством, кого-то уже с наступившим, ну и... С вами, как обычно, канал «Это не диалоги о рыбалке» и рубрика «По ссылке от подписчиков». Сегодня у нас огромная посылка. И не одна, так что вы не отключайтесь. Сегодня посылка у нас от Петра Тюрина. Она должна была прийти на Новый год, как он хотел, наш Дед Мороз. Но Почта России доставила только сегодня. Вешает всего 5 килограмм. Сказал резать вверх. Сказал резать вверх. Вы до этого уже видели одну посылку? И он говорит, это было дополнение к этой посылке. Так что мы прям, наверное, будем в шоке, что он там. Раз он сказал, чуть-чуть не влезло. Он меня уже спрашивал. Это сказал, чуть-чуть не влезло. Станция. Че, проблема? Наверное. Конечно, он там все запаял. Там сейчас папе такой ноутбук. Да не разрежешь, это бесполезно. Петр встает мастером упаковки. Разрезай, говорит. Сейчас прикинь, достаем там такой. Ой, артист. Че? Деревянный ящик упаковал. Режь. Да? О, точно. Не деревянный, с ДВП. Это он специально. Это для надежности, чтобы Почта России ничего не сломала и не испортила. Тут точно уже не проломишь, если специально только кувалдой долбить. Или вставить. Витя, отойди, мама с ножом. Нет, я вижу. Опасно дело. Джейсон вышел на охоту. Мне же не повернуть ничего. Ой, чудеса. Ну что, тут еще монтировка нужна? Слушай, он там еще и заклеил все, что ли? Он на гвозди забил. Ага, во как. Термоклей отклеился. Ага, отклеился. Так что Почта Наша России почта. Может да. сломать все. ДВП папе на лунку закрывать. Точно. Точно. Маленький лунку под сорочку закрывать. Ой, капец, ножик испортился. Так, дайте я. Куда? Пойду туда, сейчас. Витя, давай сдвинем маленечко. Доставайте сначала маленький пакетик. Какой маленький пакетик? Ну все по очереди. Губки. Ну это он уплотнял. Будешь мыть посуду. Почему, говорит, вам шлют губки? У вас, говорит, что губки купить негде. Варенье какое-то. Ну-ка. Угу. Точно, точно варенье. Какую-то лычу, что ли, похоже, может, да? Не знаю. Еще что-то. Еще варенье, наверное. Там написано. О, это, слушай, походу, что-то остренькое. А, да? Ну, почти. Да. Главное, чтобы перца красного не было здесь. Перец там есть, кстати, красный, внутри. Нет, в смысле, здесь. Это, наверное, аджика какая-нибудь. Может быть. Джем. Лук жемчужный. Джем клубничный. Есть что? Глинтвейн. Джем клубничный, джем клубничный. И это на Рождество. Сладкий Новый год. Лимонно-глицериновый крем для рук. О, Витя, это тебе. Думаешь? Конечно, а кому? Нет. Да, ведь нет. Это нет. Видишь, это на женские похожи. 39-й. Какие женские? Это Свете, наверное. Нет, это Вите. Это не женский, ты чё? А нафига вот такие шалоболки висят? Ну, откуда я знаю? На, померь. Не, на мужские не похожи. Ну, на, убирай их туда. Вниз поставь. На, тут Вите будет похоже. Вот Светина. Я же говорю, Витя на тебе. Да? Да. Я-то откуда знаю?
Вот светим. Ну, 39-й. Да. Навить. Тюрин в своем репертуаре. Соленье, варенье. Ну. О! О! Для писца. Для какого писца? Да это, нет, он, это он себе, наверное, готовит кляч тянуть на неводе. А, да. Летом, но. Не, они мне вообще совсем маленькие. Крышки. Те или не те? Он сказал, брал по образцу. Да ты что? Да. Точно это тот образец? О, меньше это. Что это? Это тебе на циркулярку. Ага, щетки. Угу. Новый. Ага. Они такие? Ну, он сказал, по той брал. Да? Да. О, все классно. Там у него осталось. Он сказал, прям... О, прям с ней в магазин пришел. О, еще? Угу. Не убери пакет конфет. Циркулярку отремонтим. Одинаковые же они? Ну да, да, вроде. Пюре картофельное. Пюре картофельное. Это на рыбалку. Толчонка. Домкрат. Какой домкрат? Ничего такой. Что за домкрат? А, насос для перекачки топлива. А вот он там грушу, говорит, потом, говорит, вы это поймешь, что к чему. Гусь, оно в мазуте. Это что, в бочку прям вкручивается, что ли? Короче, потом разберешься. Костя, это в мазуте. Потом разберемся. Прочитаешь. Перекачки топлива ручной. Бочковый помповый. Прикольно. Меркурий. Это что такое? Счетчик электрической энергии. Это для чего? Счетчик, показания снимать. Купили же счетчик. Меркурий. То он решил все счетчиками обвешать. Да. Будет еще один. А тут сладости. Сироп вишневый. Сироп вишня. Пахнет. Пахнет. Что-то продавилось, что ли? Этот. Пробка, видать, открутилась. А это? Лимон. Сироп. Ага, лимон. Точно пахнет. Вишня пахнет. Ага, вон он маленько липкий. Ну, маленькая пробка открутилась. Но не пролилась. Но. Так бы здесь был бы киш-миш. Витя. Конфеты. Куча сладостей. Все посмотрел на конфеты. Забудь. Почему? Шутка. Да, у вас точно жопа слипнется. Мыло туалетное. Это земляничное. Это чтобы закусывать. Угу. Закусывать конфеты? Кое-что другое. Сироп. И куча-куча шоколадок. Твоих. Что закусывать? Мыло? Обалдеть. Кошмар. И все, папе. Кошмар. А мне-то куда? Я уж все. Я уж отошел от сладкого. Полотенце. О. Все. Ящик. Ты видел, как он ящик сделал? Ага. Тихо. Ну-ка, двойник. Ты его... Двойник, папа. Ты ящик не ломай. Ну, я не ломаю. Я в него кое-что примерю потом. Что примеришь? Ну, потом скажу. Секрет. Свою мечту. Ну и спасибо огромное, Дед Мороз. Все дошло вроде целое. Все дошло. Спасибо. Прекрасно. Ну а сейчас переходим к
к еще одной посылке. И она у нас из Германии. Короче, здесь мы в надписях не разобрались нифига. Все по-немецки, и такой почерк непонятный. Ну, посылка эта от Вальтера. Из Германии. Откуда именно? Точно не знаю. О, прям не могу сказать. 12-го отправили. Завтра будет был бы ровно месяц. Ага. Ну, быстро с Германии, слушай, дошла. Но... Она вообще до Красноярска быстро дошла. Даже таможню быстро прошла. А это упаковывал он или? Чтоб не болталось. Так. Ящик. Где тут ящик? Замотано конкретно тогда. Еще один мастер упаковки. А как таможню такие вот упаковки проходят? Какую-то добраться. Ну, скотч-то ты не порвешь. Чего не порвешь? Я же боюсь порезать что-нибудь. А они там, наверное, описи какие-нибудь составляют, да? Может быть. Пойдет, да? Да, наверное. Колбаса. Колбаски. Колбаски к пиву. Прикинь, из самой Германии. Конфеты. Бараночки. Сразу вспоминается время, когда бабушки, да, присылали из Германии. Перчатки. Да я порезала пакет, что? Я не знаю. Ведь они шуршит. Ну-ка, да я... О, какая-то пуговица упала. Да я затяну. Во, клево. Угу, тоненькие, смотри, да? Вот они, перчатки. Вообще тоненькие, да? Вот это, Витя, на рыбалку. Кайф вообще. Они большие. Это типа вот как с Мерседеса присылали, такое же качество. Мой размерчик. Твой размерчик. Ну, они тянутся. Да, они большие. Сане надо маленько будет отсыпать. А то он у нас мерзлявый. Руки у него мерзнут постоянно. О! О, это тебе в огород. Кому? Тебе. Мне нет огорода. У тебя будет же огород. Бабушка. О, клёво. Для рыбалки. Ну. Вот как на Мерседесе, да. Были, да? Угу. Ага. Это точно так парной. О! Ручка. Ничего себе размер. Да? Таких перчаток ты не видела никогда. О, Кость, тебе точно как раз. Макси. Угу. Тебе точно будет как раз. Тут маленькие перчаточки. Это что, резиновые? Нет? Нет. А, вот еще же. О, смотри, резиновые кости. Ну, я смотрю, размер не написан. Да на твою руку как раз бы. Ну, я вижу, что здоровые. Угу. Как раз налезут. Угу. А то наши, которые продаются, они прям сразу пим у меня пальцы насквозь. Ну, еще какие-то колбаски. Угу. Колбаски. О! Колбас. Еще колбас. И еще колбаски. Кабаноси. Конфеты. Ментол. И какое-то печенье.
печенюшки. Печенюшки? На ведь коробочку. Да? Спасибо огромнейшее, Вальтер обеспечил нас перчатками, наверное, на пару лет сейчас опять. Спасибо огромное. И шоркаем года через два. Ничего себе, через два. Не, ну, какие куда уйдут? Сейчас будем все обмерять. Вот это я не поняла, что за книжка. Я не знаю. Для чего это? А что написано? Там, с той стороны. Где, откуда я знаю? Ансел. Я тоже не знаю. Тут, наверное, по-русски ничего нету. Всех с Рождеством еще раз, друзья. Да, с наступающим Рождеством. И с наступающим Старым Новым Годом.